Хочу поздравить с Новым годом всех своих родственников, всех жителей города Бердска. Желаю в этом году в новом счастья, здоровья, успехов, студентам хорошей учебы, ну и благополучия. Дорогие жители Бердска, хотелось бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом и в будущем 2019 году пожелать вам всего самого лучшего, чтобы все добивались того, чего хотели, и чтобы у всех было все хорошо. Для всех горожан, для всех жителей города Бердска желаю, чтобы следующий год был гораздо лучше, чем нынешний, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, чтобы все мечты сбывались, чтобы было благополучие в семье. Удачи во всех делах. Я бы хотел поздравить всех жителей Бердска и преподавателей Бердского политехнического колледжа. Уважаемые Жанну Викторовну, Ирину Николаевну, Людмилу Ивановну, с Новым годом, точнее, с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья и хорошо отметить этот Новый год. Я поздравляю жителей города Бердска с Новым годом, желаю им счастья, удачи, здоровья, чтобы все в жизни было к лучшему и успехов в Новом году. Дорогая Ларина Любовь Александровна, говорит ваш студент Попов Игорь, с наступающим вас Новым годом и, пожалуйста, по геодезии и по МДК поставьте зачет. Здравствуйте, жители города Бердска! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 2019-м – это очень замечательный год. Будьте счастливы, будьте здоровы, мира вам и вашим семьям. Живите дружно! С Новым годом!